Первые выпускники политехнической школы успешно освоили программу «Интеллектуальные месторождения». Они приобрели компетенции, необходимые для решения задач по управлению и оптимизации при разработке нефтяных и газовых месторождений на основе современных практик. Мне удалось пообщаться в кулуарах с представителями экзаменационной комиссии, итоговой аттестационной комиссии. Все защитились успешно и показали очень достойный уровень знаний. Я хочу, чтобы вы обязательно осознавали, понимали, что вы первый выпуск политехнической школы, а это для нас новое знаковое структурное подразделение. Всего было представлено 5 коллективных проектов, которые прошли апробацию на реальном производстве в Восточно-Мисоярском, Урьевском и Малореченском месторождениях. Например, интерес вызвал проект по оптимизации технологий разработки нефтегазовых оторочек. Здесь молодые ученые предложили инновационную технологию, которая сочетает преимущества вытеснения нефти газом высокого давления с сайклинг-процессом. Это позволяет эффективно разрабатывать тонкие нефтяные оторочки без затрат на организацию барьерного заводнения. Все проекты получили высокие оценки и были рекомендованы к внедрению. В тот же день первые выпускники политехнической школы получили дипломы о дополнительной профессиональной подготовке. Ректор ТЮМГУ Валерий Фальков поблагодарил работодателей за поддержку областного межвузовского проекта и пригласил продолжить совместную работу над новым проектом – магистерской программой «Концептуальный инжиниринг». Георгий Лайф, Оксана Логинова, Алексей Мойсов, Евразион ТВ.